дорогие друзья, это, конечно, уникальный момент, когда никого, просто никого нет на Красной площади. Все для меня. Но и надо. Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos a Español con Kike. Ребята, я знаю, что вы хотите увидеть пустую Москву. И это, конечно, невероятно. Я сейчас нахожусь на Никольское. И, понятно, это ощущение очень немного странно, как все здесь закрыто, вообще практически нет людей, только те, которые работают. И я хочу это вам показать. Ну, ребята, конечно, чтобы избежать от толпы и чтобы минимизировать всякие риски, мы сейчас на машине. Так, не общаемся и никого не трогаем. Bueno, y de verdad que esto es algo histórico. Estoy solo en la Plaza Roja. Digo, hay una pequeña patrulla, pero... Espero que el contraste se vea bien. No hay nadie.
Ese es el kilómetro cero donde la gente se pone en el centro y tira monedas para pedir suerte. Y hay dos cosas. La primera es que no hay gente, es la primera vez que lo veo sin gente. Y la segunda es que lo veo con dinero.